Как веб-дизайнеру прокачать визуал собственных работ до топового уровня всего за 3 месяца и повысить чек на свои услуги? Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я основатель школы веб-дизайна VDI, и я приглашаю вас на бесплатный дизайн-разбор в Zoom уже в эту пятницу в 13:00 по Москве. Я проведу групповую диагностику портфолио для дизайнеров с опытом. На разборе вы узнаете топ-5 способов, как улучшить свои дизайн-макеты. Я расскажу, как докрутить до идеала любую графическую идею, используя приемы композиции, цвета, форм, типографики и визуальной коммуникации. На дизайн-разборе вы освоите графические приемы и правила, которые напрямую влияют на качество дизайн-макета, узнаете, как прокачивать собственную насмотренность, поймете, как сэкономить время при разработке дизайн-макета, при этом выдавать не одну, а сразу несколько графических идей в рамках одного проекта. Обретете практический навык сравнительного аудита работ до и после, который поможет существенно прокачать уровень ваших собственных работ. Если хотите принять участие в разборе, подготовьте ссылку на ваш дизайн-макет Figma, и я выберу от 3 до 5 самых интересных дизайн-макетов для разбора, и, возможно, именно твой макет я разберу на Zoom-встрече дизайнеров. Чтобы принять участие в дизайн-разборе, регистрируйся по ссылке и увидимся с тобой на встрече.